Алматинские тепловые сети должны вернуть потребителям почти 49,5 миллионов тенге за услуги отопления, оказанные в 2020-2021 годах. К такому выводу пришли специалисты департамента по регулированию естественных монополий после проведенного анализа. Как выяснили, в этот период зима была мягкая, и затрат тепловых сетей было меньше, чем начислено по тарифам. Департаментом было подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд. Решениями судов первой и второй инстанции требования департамента удовлетворены. Также департаментом сейчас направлено уведомление в адрес ТО «Алматинские тепловые сети» о необходимости произведения перерасчета на сумму 49 миллионов 400 тысяч тенге. Ущемление прав потребителей выявлено и в отношении компании «Алматы-Ису». Организация допустила нарушение условий договора и нормы закона об использовании персональных данных без согласия их владельцев. Это выявила прокуратура Житосусского района. Были нарушены права 514 тысяч граждан города Алматы. В связи с этим нами был внесен акт надзора. По результатам рассмотрения Алматы-Су признан виновным в совершении данного правонарушения и на них наложен штраф в размере 800 МРП. Это получается свыше 2,3 миллиона тенге.